Добрый день. Дмитрий Малютин, слушаю вас. Заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин слушает, консультирует и берет на контроль. Вопросы самые разные, все про наболевшее. Постоянный перебой с горячей водой, стоимость отопления, отсутствие общественных бань, слишком маленькая больница в Мотовилихе на Уральской и нехватка в ней специалистов, проблемы перевода ребенка из одного района в другой при смене места жительства. Давно не ремонтированные тротуары, а то и вовсе их отсутствие. Все это темы, которые волнуют пермяков. Очень безобразные тротуары на этой улице Титова. Особенно это тротуары от улицы Красноводки и до улицы Пионерская. Сейчас мы находимся на этапе формирования бюджета на 2018 год, в том числе и программы депутатские формируются, в том числе и с точки зрения организации тротуаров. Я вам рекомендую пойти таким путем, проговорить этот момент со своим депутатом, и я уверен, что депутат возьмет это дело на контроль, на вооружение. Городской колл-центр работает с 2008 года. Это инструмент, который позволяет в режиме онлайн отслеживать ситуацию в городе и помогать людям решать насущные проблемы. Такое прямое и непосредственное общение на прямой линии с населением показывает нам те болевые точки, те проблемные моменты, которые сегодня актуальны и волнуют пермяков. Вот этот принцип единого окна, когда человек может не просто задать вопрос, но и получить квалифицированный ответ, получить практическую инструкцию, как необходимо действовать для решения того или иного вопроса, волнующего человека, он очень важен. Он важен как для нас, как для власти, так и для населения. На прямых линиях дежурят руководители подразделений городской администрации, депутаты Думы, специалисты Пенсионного фонда, ГУВД, прокуратуры. Задать свой вопрос можно каждую среду по телефону 2 059 059.